Хиросима. День памяти. 74 года тому назад американский бомбардировщик сбросил атомную бомбу на японский город. Взрыв произошел около 8 утра, когда большинство горожан добирались на работу и учебу. Погибли 140 тысяч человек. Ныне в парке мира в Хиросиме у монумента, посвященном жертв бомбардировки, почтили память погибших. Детали в сюжете Вадима Гринько. 50 тысяч человек склонили свои головы в парке мира в Хиросиме. Церемония началась в 8:15 утра. Ровно в эту минуту, 74 года назад, на высоте 600 метров над Хиросимой взорвалась американская атомная бомба. На церемонии дипломаты из 90 стран мира. Венок мемориалу возложил и премьер-министр Японии Синдзо Абе. Как единственная страна, пережившая атомную бомбардировку во время Второй мировой войны, мы должны работать над тем, чтобы освободить мир от ядерного оружия. Япония полна решимости и впредь возглавлять это международное движение. Синдзо Абе заявил, до сих пор в мире хранится больше 14 тысяч ядерных боеголовок. Все они несут угрозу человечеству. Самая большая проблема в ядерном разоружении – отсутствие доверия между некоторыми странами. Ядерная бомбардировка 6 августа 1945 года уничтожила 2/3 жителей Хиросимы. Большинство из них были мирными жителями. Сам город был стерт с лица земли. Тогда Вашингтон думал, что таким образом удастся быстрее закончить Вторую мировую войну. И 9 августа сбросил еще одну атомную бомбу на японский город Нагасаки. Инна Косинская, Вадим Гринько, UATV.